Я вас приветствую. Это видео посвящается ответу более развернутому на один из вопросов, который касается износа распредвалов на более современной технике, автомобилях легковых. Я думаю, многие, кто занимается ремонтом или даже просто владеет автомобилями подобными, сталкивались с проблемой той, что на современных двигателях, не на всех, конечно, но на очень большом количестве автомобилей, вне зависимости от марки, присутствует такой сбой, как износ распредвала, либо постели распредвала в головке, либо постели распредвала, либо механизмы газораспределения в головках, там с выжиранием рокеров, толкателей и так далее. В целом, то есть на самые разные техники. Очень много ходит в интернете разных легенд и размышлений о том, что несоответствие вязкости масла, там условия работы и так далее, и так далее, и так далее. Но все это, в общем-то, остается в поле догадок. И в то же время многие, кто занимается ремонтом, я думаю, встречали, я в своих видео показывал неоднократно, такие двигатели, которые внешне более-менее нормальные, но он тарахтит. То есть ты его когда разбираешь, ты смотришь, что коленчатый вал находится в идеальном состоянии, вкладыши нигде не подраны, даже намека на это нет. Поршневая находится тоже в хорошем состоянии, нигде ни задиров, ничего. То есть система работала нормально. Масло применялось в принципе неплохое. Но в то же время ты разбираешь головку, и ты видишь задиры на постелях, болтающиеся распредвалы и износ какой-то механизма газораспределения по рокерам, толкателям, где-то больше, где-то меньше. Соответственно, вопрос, почему так происходит, и неужели нельзя этот момент как-то решить, и почему так, ведь это не первый год в этом проблема. Итак, собственно, ответ на самом деле все очень просто. И мы возвращаемся к запрограммированному старению, чтобы двигатель отходил 100 тысяч, и потом развалился вообще до болтика, и человек пошел покупать новый автомобиль. Все очень просто. Если схематически нарисовать масляную систему, я буду рисовать очень-очень просто. Мы нарисуем роторный масляный, вернее не роторный, мы нарисуем некий масляный насос. То есть у него, соответственно, есть вход, то есть вот здесь вот две шестерни, ну, соответственно, я не очень красиво их нарисую. Ну, в общем, тут стоят шестерни, ну, правда, они без зазоров, это я так просто нарисовал. Ну, неважно. То есть, я думаю, схематически понятно. Масляный насос. Далее идет магистраль на масляный фильтр. Соответственно, фильтр, который фильтрует все масло. Система идет дальше. И вот дальше, когда после масляного фильтра выходит масляный канал из фильтра, я думаю, многие, кто разбирал двигатель, замечал, что подача на фильтр и отток масла из фильтра осуществляется большими каналами, которые имеют большую пропускную способность, как подача, так и отток. Иногда стоит между фильтром теплообменник, но в данном случае это не столь важно. Рисуем самую-самую простейшую заборник, самую-самую простейшую схему. Дальше, вот этот вот маслоканал, как правило, ну не как правило, он 100%, он идет в блоке, который из себя представляет довольно большой, длинный, большой такой хороший, чуть ли не ресивер канал. Причем этот канал имеет диаметр иногда где-то миллиметров 10. В некоторых видео я показывал митсубишевский, по-моему, двигатель, там, где он имел диаметр реально миллиметров 25, то есть там около 20. То есть он реально большой. Диаметр этого канала, он идет на весь блок, прямо такая вот, как бочка, ну как ресивер. И от этого уже канала отходят масляные каналы к постели коленчатого вала. Один канал, второй, там третий, четвертый, пятый. Так? Ну, соответственно, вот она смазка. На постель коленчатого вала. Диаметр каналов, которые идут на смазку коленчатого вала, обычно где-то в районе около 4 мм. Ну, опять же таки, бывает миллиметров. Бывает по-разному, в зависимости от конструкции двигателя и так далее. Но сами каналы имеют длину от самого вот этого основного масляного канала, длину всего лишь миллиметров там 50, 60, там 70 миллиметров. При этом сечение у них миллиметра 4, 5 иногда в некоторых движках. То есть они имеют достаточно большую пропускную способность для того, чтобы обеспечить хороший
хорошую бесперебойную подачу масла к коленвалу, чтобы не было масляного голодания. И как показывает практика, условия выполняются и двигатели ходят почти идеально. То есть эта часть ходит великолепно, никаких вопросов нет. А дальше идет именно тот момент, заложенный производителем для ускоренного износа двигателя. Все очень просто. На головку вверх идет масляный канал через блок, который имеет очень большую длину. То есть от самой нижней части, считая от постели распредвала, аж вверх к распредвалу. При этом его диаметр не сильно большой, он может иметь там 4 мм, там через прокладку, через головку. Он высокий, длинный. И в то же время головка современного двигателя, обычно это 16, если рассматривать рядную четверку, это 16-клапанная головка, имеет два распредвала. При этом каждый из распредвалов имеет по 4 опоры непосредственно возле цилиндров и обязательно пятая опора впереди, где сидит шестерня привода. Плюс еще на этих валах иногда висят системы смещения фаз газораспределения. Фазокрутилки, ванасы, ВВТИ, то есть, чтобы понятно было. При этом в головке находятся два распредвала. То есть давайте посчитаем. 5 посадочных мест на один распредвал. У нас их 2, это 10 посадочных мест. При этом еще система смещения фаз газораспределения. Головка алюминиевая, валы стальные. При этом получается эффект очень простой. В момент, когда весь двигатель прогревается, тут я напишу ГБЦ. Когда двигатель прогревается и доходит до какой-то рабочей температуры, ближе к температуре срабатывания того же электровентилятора, городской режим и так далее, двигатель сильно нагревается. Соответственно, все зазоры увеличиваются. В головке зазор между валом и головкой увеличивается. И расход масла для того, чтобы смазывать распредвалы, чтобы давление никуда не терялось, соответственно, расход масла увеличивается. И весь казус проблемы в том, что масляный насос, наверное, в 99,9% случаев может спокойно обеспечить расход масла на холостых, на низких оборотах для данного механизма. Причем дело даже не в холостых, это я исключительно говорю за производительность масляного насоса. Но даже на средних и высоких оборотах система смазывается плохо. Потому что изначально заводом-производителем заложено так, вы можете все, вот то, что я рассказываю, вы можете сами спокойно прикинуть, посчитать, взять стандартные зазоры, которые есть, должны быть по заводу 3 сотки на распредвалы, изнашивается все это на двигателях, которые работали нормально, все это 5-7 соток, это вот нормальный такой износ, при этом двигатель еще работает. И все это посчитать то, о чем я говорю. При этом пропускная способность самого вот этого вот маслоканала просто физически не может обеспечить должную подачу масла в головку. И получается, как будто бы у тебя жиглер стоит. То есть, пока все холодное, полупрогретое, этого канала хватает для того, чтобы обеспечивать смазку в головке. Но потом, по мере прогрева, двигатель прогревается, зазоры становятся больше, и маслонасос может обеспечить всю подачу, но вот этот длиннющий, узкий, маленький канал, который идет через всю головку, особенно если шикарно, если в системе присутствует фазокрутилка, вот эта система смещения фаз газораспределения, система просто, и еще гидрокомпенсаторы бывают, стоят. То есть система просто физически не может обеспечить подачу должного количества масла. Давление есть, но просто вот оно расходуется, то есть как редуктор какой-то. При этом хочу заметить, что, например, на двигателях Honda, классика, если классическую компоновку возьмем, там где на одну головку применяется 16 клапанов, но один распредвал. В основном такое я у Honda встречал, еще на некоторых двигателях. В таких системах, и регулировка клапанов, кстати, в таких системах я лично
ни разу не видел и не слышал о каких-то проблемах с износом распредвала, чтобы там были какие-то задиры, то есть я уже за износ даже не говорю, за какие-то задиры, вот, или хотя бы какой-то минимальный износ. То есть, как правило, все на таких двигателях ходит нормально. Ну, я не имею в виду какие-то форс-мажорные обстоятельства, когда двигатель там работал без масла, или там у него горела лампочка на холостых, и он там молотил 3 часа. Вот я не имею в виду такие, я имею в виду нормальную эксплуатацию. То есть, распредвалы, в принципе, там не имеют никакого износа. Все ходит, все ездит, вообще никаких проблем. И на более старых двигателях, когда применяется один распредвал и два клапана на систему с гидрокомпенсатором, без гидрокомпенсатора, расход масла меньше. То есть и зазоры меньше, то есть вся эта система влияет меньше. Либо в блоке канал просверлен более нормально. Поэтому и получается, что на современных двигателях распредвалы, ну вообще не распредвалы, а механизм газораспределения как таковой, фактически как расходный материал, все изнашивается. И хочу заметить, то есть это не какое-то несчастное стечение обстоятельств, то есть один раз это, ну, прокол, недосчет, два раза это роковая случайность, несчастный случай, но три раза это уже система. И вот о подобном явлении, что валы изнашиваются, это присутствует на самых разных марках автомобилях. Причем при этом, что удивительно, например, раньше на движках, которые выпускались там в 80-е годы, такой проблемы нет. То есть тоже применялось два распредвала, гидрокомпенсаторы, 16 клапанов. Такой проблемы нет. Плюс, ко всему прочему, подливается масло в огонь тем, что когда распредвал, например, делается постель, если, допустим, мы посмотрим распредвал, вид в торец его, в разрезе, например, то есть у нас опорная шейка идет, которая стоит где-то в постели, в головке. Так, вот такой бугель здесь стоит, ну и, соответственно, он здесь прикручен болтами, ну или гайками, что более правильно, так. Ну а здесь, соответственно, идет часть постели, которая не участвует, скажем, в работе. Так, то вся нагрузка, то есть, соответственно, здесь у нас стоит клапан, будет у нас стоять тарелочка, ну и пружина здесь идет. Правда, клапан я немножко кривоватый нарисовал, но неважно. Вот все это идет. Вот она пружина. То вся нагрузка от работы механизма, она распределяется, ну, соответственно, в противоположную сторону от давления на пружину. То есть, ну, это не четко вверх на бугеле, а немножко под развалом, то есть, как расположены клапана, механизм газораспределения. При этом участвует в работе, и все трение идет, вся нагрузка идет исключительно на верхнюю часть, на сам бугель, на саму крышку. И при этом в самих головках, я думаю, многие часто видели, что в постелях вот эта вот часть, где сидит распредвал, она делается вообще чуть ли не узенькой, там вот в самом узком пике, там где-то миллиметр у нее, там вот самый, потому что туда нагрузки не идет. Значит, вопрос в том, что вот такие вот системы могут и должны работать нормально. То есть в этом нету никаких конструктивных косяков, там, недостатков. При одном условии. Если поверхность, то есть пусть будет диаметр небольшой, но поверхность контакта, то есть то, где контактирует распредвал, она должна быть сравнительно широкой. Миллиметров там 15, допустим. Чтобы была опора, какая-то подушка масляная, чтобы на масляном крине все работало. А на современных двигателях вот эти вот бугеля, их специально делают узкими. Причем в некоторых конструкциях визуально видно, что нет проблемы в том, чтобы сделать бугель там чуть ли не в два раза шире. Его просто делают узким. Типа этого хватит. А естественно узкий бугель при прогреве, допустим, смотрите, заводской зазор там 3 сотки. Вот я напишу 3 сотки, допустим, 3 миллиметра. После какого-то износа там зазор становится пусть 5 соток. Все работает нормально, все работает. Но есть небольшой фактор. При нагреве всего двигателя 3 сотки превращаются, допустим, в 5 соток, пусть.
5 соток пусть превращается, ну, в 6. Там 6, ну, 7 соток. Окей, пусть будет 7 соток миллиметров. Но пропускная способность и вообще расход масла будет чуть ли не в разы больше, если будет, если посмотреть сверху, ширина вот этого вот бугеля, ширина, вот здесь я нарисую тут отверстие, в одном случае при зазоре в 5 соток его ширина будет, скажем, 9 миллиметров, а во втором случае при том же самом зазоре в 5 соток его ширина будет миллиметров, скажем, там 15-16. Соответственно, простой вопрос из школьного курса физики, где будет расход масла больше, то есть при одинаковом зазоре, на более широком или на более узком бугеле? Естественно, на более узком бугеле, и все. Все будет просто вытекать. Поэтому вот данная конструктивная особенность, то есть соединяя в себе маленький маслоканал довольно ограниченной пропускной способности, плюс заведомо конструкция. Итак, само по себе конструкция вроде бы неплохая. Если обеспечить должную смазку, конструкция эта вся будет работать. Вот. И сам по себе маслоканал, то есть в принципе, если сделать широкие нормальные бугеля и все это дело подойти более, скажем, рационально, все это будет работать, даже с таким маслоканалом. Но вместе оно не работает, и двигатель через 100 тысяч просто рассыпается. Можете, вот то, что я рассказал, в принципе, может каждый, кто разбирает двигатель, вы можете посмотреть, промерить конкретно, сравнить с каким-нибудь движком более старым. Я, может быть, чуть позже выпущу вторую часть этого видео, именно практику, то есть какой-нибудь двигатель более старый и более современный. То есть, чтобы наглядно продемонстрировать, что и как. Вот. А на этом у меня все. Надеюсь, видео было интересным. Благодарю за внимание.